вообще здесь делаем со всеми этими вещами? Мы отдыхаем, детка. Фрэнк! Что ты тут делаешь? Ты мне нужен. Я ведь на пенсии. Ты уже несколько месяцев никого не убивал. И это хороший знак. Они приближаются, я чувствую. Кто-то сказал, что мы с тобой участвовали в операции под кодовым названием «Найшейд». В пик холодной войны мегатонная бомба была перевезена в Москву по частям и собрана заново. Это сделал Эдвард Бейли. Сейчас он в лечебнице для душевнобольных. Фрэнк Моузес, друг мой! Чего так устарел? Ты сидишь здесь уже 32 года. Фрэнки, все шутишь? Я тебе еще задам! Погибнут 11 миллионов человек, если ты мне не поможешь. Ты можешь сказать, где бомба? Я изобрел ее. Плохо дело. Ми-6 поручила мне убить тебя. Похоже, ты номер один в списке Интерпола. Повтори. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Твой старый друг тоже в деле. Он лучший наемный убийца в мире. Нам нужна помощь. Привет, Фрэнк. Кто это? Проблема. Как ты? Да, Фрэнк, как ты? Какого черта ты целуешь мою девушку? Что случилось в Кремле, остается в Кремле. Ты дал ей пушку? Она понятия не имеет, что с ней делать. Я знаю, что с ней делать. Как в прежние времена. Я ее ненавижу. Я еще не умер. Пока не умер. Я вас раньше не слышал. Наверное, еще мелкий был. Но теперь ты обо мне знаешь. Спасем этот мир! Ваше здоровье! Ваше здоровье! Будем...